Просыпаясь с утра, либо еще с вечера, начинаю продумывать макияж и образ на день в целом. Сегодня мне хочется попробовать повторить один из инстаграм-макияжей, почувствовать себя как-то по-особенному. Но почему бы и нет, экспериментировать полезно и для настроения тоже. На подготовленную и увлажненную кожу наношу минеральную основу для смешанного типа кожи, дающую от среднего до плотного покрытия, которое выравнивает тон кожи и скрывает поры. У меня для вас есть отдельное видео с подробными советами о том, как выбрать минеральную основу для различных типов кожи. Основу распределяем круговыми, как бы шлифующими движениями от центра лица к периферии, двигаясь снизу вверх, начиная от подбородка. Основа мягко, кремово сливается с кожей, перекрывая все, что хочется скрыть, при этом оставаясь визуально естественной и ухоженной. А обо всех трюках, техниках нанесения минеральной основы для проблемной кожи можете узнать в этом видео. Под глаза наношу кремовый консилер. Его легко сделать своими руками, смешивая рассыпчатую минеральную основу или консилер со смесью масел, подходящих для ухода за нежной кожей век. Чтобы снять излишки блеска и зафиксировать консилер, использую бесцветную шелковую пудру. Она незаметно сливается с кожей, предотвращая забивание консилера в складочки, благодаря мелко-микродисперсному помолу оставляет кожу шелковистой, а благодаря составу не пересушивает нежную кожу век. И важно наносить пудру похлопывающими движениями, чтобы не смазать консилер. Мне нравится вбивать его прямо пальчиком. Перед нанесением теней использую кремовый белого оттенка праймер, для того, чтобы все используемые тени передали свой чистый цвет, как в баночке. Наношу тонким слоем, также пальчиком, предварительно разогревая, концентрирую праймер на подвижном веке и далее растушевываю вверх к брови. Первый теплый оттенок набираем на растушевочную кисть и прорисовываем сверху линию складки века. Это переходный цвет, который будет уходить в дымку. Поэтому теперь чистой растушевочной кистью по верхней границе распределяем оттенок наверх к брови, превращая границу в мягкий переход. Затем более тонкой кистью для детальной работы наносим средний коричневый оттенок, затемняем внешний уголок и продвигаемся по складке века, углубляя тень, делая взгляд открытым, выразительным. Особенно это актуально для глаз с нависшим веком. Тот же оттенок опускаем на нижнее веко до середины глаза, чтобы визуально сделать глаза больше, при этом придавая объем и рельеф. Черным матовым оттенком затемняем самый уголок внешнего подвижного века.
Это создаст дополнительную глубину во взгляде. И дублируем затемнение по нижнему веку. Сразу хитринка появляется во взгляде и по внутренним ощущениям. Искрящейся игривости придаст мерцающий блик на подвижном веке. Аккуратно втушевываем его легкими вбивающими движениями в рисунок теней. Этот цветовой пигмент можно наслаивать, и за счет этого он даст приятный влажный эффект. Матовый молочный цвет красиво создаст светлый блик под бровью и придаст завершенности растушевке теней. Приятная дымчатая вуаль получается. Внесем интересную игру цвета в макияж, создавая цветовой градиент. Лиловый оттенок наносим на нижнее веко до внутренней части радужки глаза. Затем переход в сатиново-небесный голубой. Протягиваем его до внутреннего уголка. Освежит взгляд молочный матовый, тот же, что и под бровью цвет. Мягко растушевываем его, избегая границ. Использую матовые тени в качестве подводки. Ее можно сделать стойкой. Смотрите лайфхаки и подробности во всплывающей в подсказке. Смачиваем тени и кисть гидролатом, чтобы усилить передаваемую пигментацию. Сначала прорисовываем тонкую обводку по линии роста ресниц. Кисть ворсом практически кладу на реснички. Так проще и ровнее получается обводка. Теперь рисую хвостик стрелки, поднимая его к кончику брови и обратным движением завершаю форму и закрашиваю получившийся треугольник. Затем продлеваю линию обводки до внутреннего уголка. Делаю это впервые, даже волнуюсь. Ох, стрелочки готовы! На очереди брови. Заполняю промежутки между волосками. Мне нравится использовать тени для бровей. Результат получается натуральным и мягким, и легко поддается корректировке, если что-то получилось не так. Оформляем взгляд, придавая объем ресничкам при помощи туши. В этом макияже будут уместны накладные реснички. Можете использовать пучки в уголках глаз, чтобы усилить эффект рельефности и ярких выразительных стрелок. Теперь мы возвращаемся к лицу и завершаем макияж нанесением вуали, которая скрывает поры, сглаживает линии, наносим вуаль на Т-зону. Замечаете, что она слегка осветляет кожу? На щечке персиковые румяна. Мягкой кистью, легкими закручивающими движениями распределяем румянец. Свечению кожи изнутри придаст холодного оттенка хайлайтер. Приноровилась наносить его широкой растушевочной кистью. Мягко, без видимых границ, наносим мерцающий оттенок сначала на верхнюю часть скулы, на кончик носа и для придания объема и фактуры верхней губе наносим на галочку и выступающую часть по контуру верхней губы.
качестве основы под матовую помаду. Чтобы губы не пересушить, особенно зимой, наношу помаду «Контур» в карандаше натурального оттенка. Очерчиваю контур и слегка тонким слоем заполняю. Поверх основы наношу матовую помаду нюдового оттенка. И наш яркий, эффектный, игривый, кокетливый макияж готов!